Значит, смотри, поскольку сегодня будем пытаться почувствовать, как лошадь под попой, под твоей двигает ногами. Для этого давай сначала посмотрим со стороны на лошадь, вот когда он шагает, да, зачем это нужно? Ну, потому что, ну, много разных движений, переходы, остановки, повороты, развороты и так далее, нужно делать в тот момент, когда лошадь наиболее к этому готова. Например, когда лошадь поднимается в галоп, вот лучше всего она поднимется, когда вот ты даешь команду, в тот момент, когда у нее внутренний зад встает на землю. Вот это будет, во-первых, как бы ей проще будет подняться с нужной ноги, вот, во-вторых, переход будет более быстрый и более плавный, то есть ей там не нужно будет как-то вот свои ноги подготавливать, да, или, например, когда ты лошадь разворачиваешь, допустим, ты разворачиваешь ей перед, да, тебе нужно направо повернуть. Тебе нужно, чтобы в этот момент правая нога у лошади была свободна, чтобы на ней не было веса. Если вот сейчас ты его будешь в галоп высылать, да, вот понаблюдай, в какой момент ты даешь команду и насколько он как бы хорошо при этом эту команду выполняет, насколько быстро и легко. Над этим мы попробуем поработать. Галоп! Ты же крестом. А вот попробуй переведи его в рысь и вот дай команду в галоп. В тот момент, когда у него внутренний зад встает на землю. Галоп! Видишь, лучше поднялся. А, то же самое и под верхом будет. Опять, вот не в тот момент подняла, лошадь поднялась крестом. Галоп! Галоп! Ну окей, давай вот теперь попробуем на шагу почувствовать, в какой момент конь ставит на землю, ну то есть как у него двигается внутренняя задняя нога. Давай так, возьми повод в правую руку, вот так вот попробуй повторить движение его ноги. Вот, вот пошла, встала, 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 вот сейчас. Вот сейчас правильно, как бы что у тебя происходит под попой, то есть... Но это требует, конечно, тренировки. Нет, опять наоборот. Я заднюю чувствую, да? Вернее, да. Положено. Когда идет, начинается вынос передний, внутренний. Вот сейчас, сейчас. Угу. Но если, если проще как бы смотреть, когда поднимается наружная нога, то и не глядя на лошадь, вот, нет, отлично. То же самое почувствовать в другую сторону. Кому-то проще, да, смотреть на внутреннюю ногу, кому-то на наружную. В какой момент нужно встать? Нет, нет. Нет, вот сейчас. Для меня я вот чистый лист, это правда. Можно так, полкруга проехала, меняешь. Один темп просидеть. Теперь под правую, один темп просидеть надо, один темп. О, видишь, один темп. Сейчас два темпа, потому что. Три раза к ряду, у тебя все правильно. Раз, раз. Удар в левое полупопе я должен. Раз, раз. Опаздываешь чуть-чуть. Раз. Раз. Уходим на другое упражнение. Сейчас будет сложное. Три темпа строевой. На учебной, соответственно, под каждую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично получается, кстати. Побери поводья, что ты ему все время его бросаешь в повод. Как бы расслабляет и включает. Носочек лошади и ногой не болтать. Ну, отлично. Значит, урок пассажира, ты просто высылаешь коня в шаг. То есть никак им не управляешь. Твоя задача, если конь там переходит в рысь, ты его за ним. Учит лошадь держать аллюр, учит как бы всадника доверять лошади. Лошадь сама должна. Да. Как ей из этого угла выйти? Вот Марик молодец, он по стенке ходит. Если есть доверие к лошади, можно то же самое на рыси проделать. Ну, отлично.